Всем привет, девочки и мальчики. Ну что, конечно, почувствовали разницу, да? То есть я почувствовала разницу. Вчера на Форде катались без кондиционера, сейчас уже в джипе. Вау. Включили кондишн, закрыли окна. Все, нет лишних запахов газовых, я имею в виду, от соседних машин. В общем, все хорошо. Слушайте, проблемка такая. Была же я на маникюре в прошлый раз с дочкой Дональда. И я ж не запомнила ни место, ни город, ни салон. Ее дома не было. Говорю Дональду, поехали ж, мне надо маникюр делать. Он говорит, как называется салон? Говорю, не знаю, а где, в каком городе? Ничего не знаю. Надо брать телевизитки или записывать. В общем, раскопала я свое видео там, где снимала. Ну, ходила ж на маникюр. Но я там совсем немножко улицу сняла. Вообще там мелькнули двери. Он говорит, так, давай в замедленном действии показывай мне, как я закрываю дверь. И там же ж название. В общем, еле вычислили название. Так, сейчас и едем. А в интернете забила там салон, маникюрный салон. Мне выскакивают всякие Нью-Йорк, там, не знаю, пишу тот район, где мы находимся, ничего не выскакивает. Не знаю, как их надо тут искать. Тут вообще адреса как-то находятся по цифрам. У нас там улица, а тут надо цифры указывать. В общем, как-то это сложно еще, пока не знаю, как это надо искать. Сейчас покажу свой маникюр, насколько он у меня отрос. Вообще, надо уже срочным образом. Да, и сейчас посмотрю в переводе, как сказать, чтобы они мне по новой не нарастили, потому что мне только нужен гель-лак, чтобы они меня поняли в этот раз. Вот, вот такие у меня сейчас ногти. Настолько отросли вообще. Ну и сделано мне так неаккуратно, такой большой слой нарастила. В общем, сейчас буду говорить, чтобы по-другому делали. Так, ну теперь я уже засниму все полностью, название салона, и чтобы было видно, в каком это месте. Ну это же надо в замедленном виде крутить вот этот момент, чтобы мы прочитали, как называется салон. Вот он так называется. Ну, тут такая сеть всяких магазинчиков. Вот этот салон. Дальше какой-то магазин с косметикой. И дальше пицца. Ну вот, я уже зашла сюда. Уже рассказала, объяснила, что Polish Gel Lack Only. Надо подождать 10 минут. Ну, я в этот раз хочу что-то такое беленькое. Надо выбрать светленькое. И такой салончик. You'll know where need go. Yeah. Next time. Все, сделала маникюрчик. Я, правда, выбирала цвет, знаете, какой? Фиалковый называется. Он такой прозрачный, светлый хотела сделать. Ну, у них не было такого. Ну, такой сделан с оттенком. Хамелеон, что ли, как-то такой переливается. То белый, то голубой. В общем, с таким покажу. Она говорит, о, very pretty, look, say, million dollar. Yes? Yes. Oh, good. Выглядит на миллион долларов. Маникюрчик вот такой белоснежный. По миллион. В этот раз взяла карту.
Теперь у меня есть номер телефона, адрес. Могу заранее позвонить. Но мне повезло, что я пришла. Она сказала, 10 минут подождите. Ну, даже меньше подождала. Она освободилась и сделала мне маникюр. Долго ей объясняла, что не надо мне нарушенное, но она меня поняла. Сделала просто гель-лак. Все равно мне больше нравится, как делают в Одессе. И по форме, и по аккуратности. Они тут сильно не заморачиваются. Бегом так, тук-тук-тук, снял, намазал. Ну, в этот раз кутикулы мне обрезали. В прошлый раз, наверное, этим машинное было. А сейчас она мне так обрезала. Ну, у нас как-то делают, каждый ноготь так вот переворачивает туда-сюда с таким бугорком. А здесь ровненькие, обыкновенные. Это, я так поняла, мама и дочка китаянки работают в этом салоне. Ну, наверное, сами на себя работают. Их салон, не знаю, там насчет помещения как-то. Ну, она мне сказала, это мама ее. Ее зовут Ким. Вот, я запомнила. В прошлый раз ее мама мне делала. Теперь буду к ней записываться. Имя спросила.